Наш сейчас выйдет на сцену. Участвовал он в этом конкурсе «С днем рождения, Гоми!», но жюри решило его поощрить просто выступлением, а вот после его выступления ему будет сюрприз. Итак, встречайте, участник конкурса поэтического песенного мастерства «С днем рождения, Гоми!» Валентин Куколев. Здравствуйте! Какой замечательный сегодня день, хоть и не солнечный, но такой бодрящий, да? Я желаю вам бодрости. Сегодня много было песен у Гомеля, и я не исключение, я тоже спою песню про Гомель. Правда, она из репертуара моей доченьки, вот она рыженькая сидит, снимает меня, папу любимого. Вот, но я думаю, она не будет против, то, что я сегодня спою песню про Гомель. Если здесь много гомельчан, то эта песня про вас, а если есть гости, то эта песня для вас. Итак, песня «Мой Гомель», пожалуйста. Этот город прекрасен и светел, приглашает сегодня гостей и людей. Особо встретим, как любимых и давних друзей. Защищали его наши предки от нападок заклятых врагов, для того, чтобы милые детки не познали железных оков. Гости наши дорогие, очень рады видеть вас. Стали вы для нас родные, приезжайте много раз. Гомель светлый, аккуратный, будет вас теплом встречать. А уедете обратно, добрым словом вспоминать. На этом кусочке белорусской любимой земли, чтобы наши сыночки и дочки нами тоже гордиться могли. Не найти в этом мире уютней для меня и тебя уголка. Гомель, здравствуй и доброе утро, наша родина, ты на века. Наши дорогие, очень рады видеть вас. Стали вы для нас родные, приезжайте много раз. Гомель светлый, аккуратный, будем вас теплом встречать. А уедете обратно, добрым словом вспоминать. Дорогие друзья, Валентин Куколев. Вот так вот получилось, что в нашем городском конкурсе его отметили, а победу он одержал совсем в другом конкурсе. Да. Сейчас я попрошу нашу Анастасию, спасибо, поднести награду. Дело в том, что был объявлен параллельно большой еще городской конкурс к 880-летию Гомеля. Так вот, Валентин Куколев награждается дипломом лауреата второй степени за песню «Мой
Гомель, открытого литературно-музыкального конкурса «Город, который мне дорог», посвященный юбилею. Начальник управления идеологической работы культуры и по делам молодежи Гомельского городского исполнительного комитета Николай Святогор и председатель Гомельского областного отделения Союза писателей Белоруссии Владимир Гаврилович. По поручению последнего я вручаю этот замечательный диплом Валентину. С победой и с праздником от всей души. Спасибо. Ну а мы продолжаем. И следующим на эту сцену выйдет...